Шли прочь! Кстати, прикольно, что тут, в отличие от Jurassic Park Operation Genesis, типа, ты не задавишь динозавра. Да диконький. О, новый Галимим. Привет всем, дорогие подписчики. Да пребудет с вами темная сторона силы. С вами Дарт, и мы продолжаем играть Jurassic World Evolution. Да, прошу прощения, что меня давно не было. В общем, было вообще некогда. Прям вообще. Сейчас вот более-менее возьмусь за канал, да, и продолжим снимать эту замечательную игру. И, пожалуйста, грузись быстрее. Некоторым динозаврам требуется много места. Если загон слишком мало, не могут начать нервничать. Да, в общем, бабла у меня прилично тут. И можно начинать отправлять экспедиции, да? Да, да? Я думаю, что да. Почему нет? Так, кого же мы будем делать для начала? Центавозавра? Галимим паразоуролов? Так, кто тут? Барионикс, понятно. Ого! Так, тут у нас паразоролов опять. Здесь у нас тиранозавр и торозавр, майозавр. Опять то же самое. Так, динонних у нас тут есть. Так, тиранозавр, торозавр, торозавр. Брахиозавр, диплодок. Это клево. Диплодок опять. Брахиозавр, ага, динонних и брахиозавр, да? Так, стоп, я же, подожди-ка, ты же мне... Ты же мне скажи, я что, не купил еще? Ага, я, походу, дредноут еще не купил, да? Отлично, ладно. Ну, давайте к центавозавру, чё уж. А, у меня три команды, оп! Тогда Галимим паразуролов еще, короче, отправлю, да? А здесь... Давайте к майозавру. Ну, начнем с таких, с гадрозавриков. С гавриков, да, потом посмотрим, что как в будущем будет. Так, ну тут ничего нового, да, пока нет. Так, люди ходят, смотрят. Так, у меня есть исследование, понимаете? У меня есть исследование. Нет, у меня нету, я все исследовал. Ага, вот окаменелости. Дредноут, он стоит 340 тысяч, спасибо, не надо, у меня 390. Спасибо, не стоит. Так, как тут... Ого! Вот тут, смотрите, люди любят сюда ходить. Может, тут что-нибудь построить? А, кстати, да, у нас есть деньги, мы можем строить, значит, магазин подарков, фастфуд, бар, зона окаменелостей. Что, чего не хватает? Чего не хватает? Магазин подарков есть, фастфуд есть, магазин игрушек нету, нету, значит. Предлагаю вообще вот тут его поставить. Я ваша должница. Еще какая? Не забуду. Большая подстанция. Это клево, да. Еще среднюю электростанцию. А, она дорогая просто. Дорогая, ты очень дорогая. Так. Средняя электростанция энергии. О, до жопы энергии. Я просто давно не играл, уже ничего не помню вообще, что тут происходит. Так, 600 тысяч на тот момент у нас, да, есть? Значит, зал игровых автоматов. Вообще никто не ходит. Ребята, вы оборзели. Сюда. Дамы и господа, никто не ходит. Никогда не поздно заглянуть в наш новый магазин. А почему вы перестали ходить? Я не понял. Резко по нулям. Серьезно, прям смотри, вот еще чуть-чуть. О, здесь вот, здесь норм. Деньги есть, теперь пока пускай вот так будет. Так, бар. 500 из 500, да? Увеличиваем. А, это я не туда нажал. И почему расходы-то у меня такие, да? Да-да. Продать за 38. Что у нас есть? Зуб максимально, да? За 38. За 40. 42. За 42 давай продадим. Да, но я на бар нажимал.
Туц-туц-туц-туц. В принципе, нормально. Дина, выпивка. Давай, Дина, коктейли. Вот так будет норм. Фастфуд ходит. Фастфуд ходит, да. Вот магазин подарков, короче, они что-то отказываются вообще ходить. И в зал игровых автоматов. Я зал не хочу убирать, типа он у меня не открыт. Для разнообразия почему бы нет. Вот магазин игрушек, да? Тоже никто не заходит. Вы оборзели там, что ли? Я не понял. Иди на игрушки давай. Так, у меня прибыли окаменелости тем временем. Так, янтарь, естественно, извлекаем. Естественно, извлекаем, продаем. Это что? Это маязавр. Извлекаем, маязавр, извлекаем. Галимимус. А почему, кстати, вот тут... Он, конечно, к тераподам относится, но типа тут скелет вообще кого-то научный там... Научный отдел всегда ищет способы упрочить наше финансовое положение. А вот у меня, кстати, проблема. Вы спросите, какая, я сейчас отвечу. Проблема в том, что у меня... Нет, не сюда. Вот сюда и сюда. Проблема в том, что у меня контракты... Да, ты посмотри. Угу, значит, тут все по нулям у меня, да? И три контракта, как назло, да? Хорошо. Так, почему, что тебе не нравится? Вот начали ходить чуть больше. Так, давайте-ка посмотрим. Финансы. Нет, не финансы. Навигация на острове. Нет, рейтинг острова, да. Динозавры, плохое разнообразие, тут все зашибись. Хорошо, давайте почитаем немножко. Раскопки, значит. Почитаем. Тут много мест должно. А, одно место, да? Egg Mountain, Монтана, США. Образование Egg Mountain, расположенное в пределах формации Two Medicine, штат Монтана, представляет особый интерес. Оно расположено к югу от города Чотто. Это формация позднемелового периода возрастом около 80 миллионов лет. Образование состоит в основном из песчаника и когда-то было под засушливым регионом, вероятнее всего равниной у берегов Западного внутреннего моря. В 1978 году Мэрион Брендвольд обнаружила кости, которые Джек Хорнер и Боб Макелла опознали как принадлежащие новому виду гадрозавров майозавру. В этом регионе обнаружена небольшая, наибольшая концентрация останков динозавров в мире, в том числе значительное количество яиц, эмбрионов, детенышей и молодых особей. Здесь также были получены первые доказательства гипотезы о том, что динозавры заботились о своих детенышах. Именно поэтому новый вид динозавров получил название. Кроме того, в данном регионе были найдены останки различных млекопитающих и ящериц. И здесь можно найти только пока майозавра, да? Или только майозавра, типа вообще без вариантов. Ириди появился. А, 6/6 занято, да? Палеонтология. Иридий. Твердый, очень плотный, драгоценный металл, который применяется в различных отраслях промышленности. О как! О как! А у меня тем временем уже миллион денежек. Попрошу-ка. Раз миллион, давайте проведем исследование на дредноута. Почему бы и нет? Так, что у меня тут? Да, меня волнует, что люди не ходят. Их вот тут до задницы, этих людей, да, но при этом они вот не ходят. Вот здесь вот, да. По нулям вообще. По нулям, да? Ну, здесь много народу. Здесь, ну, нормально.
Здесь вот тоже норм. Кстати, да, давайте-ка подумаем, куда что можно поместить. Здесь ходит, да, вот давайте тут еще запихнем для гостей ресторан. Боулинг есть, отлично. Ресторан. А у меня все есть, танцы рейнджеров нету? Так, это экспедиционный... Нет, нет, подожди. А, я нашел, да, вот он есть. Так, тут все нормально. Сейчас все вернутся, посмотрю. Ладно, подождем. Может, начнут ходить. Еще одно место раскопок открыли, да? Только где оно? Дредноут, дредноут. Вот он. Южная Америка. Да, сейчас мы это все решим. Типа этих динозавров я удалю, наверное, потому что рейтинг у тех, кого я буду создавать, будет повыше. Типа нафиг они мне тут нужны. Ну точно, дракорексов, не знаю. Дракорексов, может, кстати, оставлю. Вот струтиомимов я бы убрал. Вот новый жизнеспособный ген. Давайте посмотрим. Вывести динозавра. Где этот наш красивый приятель? Вот он. Сколько у нас рейтинг? Базовый 22, 28, да? Угу. Но это он 50... А, я думаю, он повыше будет у него рейтинг. Так, давайте почитаем. Все-таки новый динозавр у нас. Динозавры. Так, заодно звук его послушаем. Прикольно. Честно, больше на звук плотоядного похоже. Не знаю почему, но мне так кажется. Высота, значит, рост 2,5 метра, вес тонна, длина 9 метров. Тонна, не маловато ли? Майозавр, крупный гадрозавр или утконосый ящер. Его название означает «ящер хорошая мать», так как первыми находками были гнезда и молодняк. Этот динозавр первым побывал в космосе, когда Лорен Эктон взял окаменелости на миссию Space Lab в 1985 году. А нафига брать кости динозавров в космос? Их характерные гребни могли использоваться при лобовых столкновениях. Они могли ходить как на четырех, так и на двух ногах и, скорее всего, жили огромными стадами. Находки. В 1979 году был найден первый из останков майозавра, его череп. С тех пор по всей Монтане были сделаны и другие находки, они послужили первым доказательством того, что крупные динозавры растили и выкармливали своих детенышей. Формация Two Medicine была полузасушливым регионом с хвойными растениями, папоротниками и хвощами. Все вернулись, да? Ну давайте опять вас отправим. Thank you.
Так, где он? Если вы спросите, почему у него такой гребень, да, то это типа последние исследования доказывают, что у него был вот такой гребень, а не как мы раньше думали, тупо трубочка. А, рост, значит, 3,3 метра, 3,3, вес 3 тонны, длина 10, да? То есть он почти, ну, он видно, что больше, чем майозавр, но весит на 2 тонны больше. Это странновато, я думаю, они просто с майозавром перемудрили. Цинтаозавр, почему мягкий знак пропал? Мне кажется, он должен быть тут. Представитель гадрозавров или утконосых динозавров, найденный в Китае. Его название означает ящер из Циндао. Как и другие гадрозавры, они передвигались на четырех ногах, но также могли использовать и задние лапы. Скорее всего, жили стадами. Цинтаозавра впервые нашли в 1950 году в Сикоу, восточный Китай. С того времени формации Цзиньганькоу, Цзиньганькоу находили другие его останки. На территории формации Цзиньканьгоу, Цзиньганькоу. Среда была засушливой, но дикая природа была представлена здесь во всем многообразии. У меня уже язык болит после ваших слов. Так, ну что, ходим в ресторанчик? Ходим. Ходим за подарками, ходим, хоть слабо. Ходим в бар, ходим. Ходим сюда, тоже ходим. Ну сейчас тут все заполнится. Я создам новых динозавров, люди попрут, вообще отвечаю. Даже сюда, наверное, будут ходить. Даже если они не хотят. Отлично, все приехали, да? Давайте отправим новую экспедишн. Или для начала проверить, что я привез. Вдруг не нужно будет отправлять экспедишн. Велоцираптор? Оставлю. Так, ну за майозавром точно пошлю. Ладно, давайте... Вот так вот еще пошлем всех. Пусть работают. Окаменелости велоцираптора оставлю на черный день. Может тут еще расширится ячейки, так... Ну, что, халявные 72 тысячи, по-моему. Какой смысл сейчас их продавать, когда у меня, прошу прощения, с деньгами более-менее все нормально, да? Это кто у нас делается? Это майозавр. Потом идет майозавр. Потом идет майозавр. Да что ж такое? Икать начал. Цинтаозавр вот еще есть. Я думаю, майозавр все-таки будет первым. Есть такое предчувствие, есть такое предположение. Пока вам показывать тут нечего, да, вот нужно подумать. Вот, в принципе, вот тут, да, место есть. Карта, пожалуйста. Вот тут есть место чисто для одного загона, да. И здесь я сделаю, допустим, тираннозавра. Ну да, типа, тираннозаврика надо бы сюда поместить, он принесет парку известность. Здесь у меня будут гадрозавры жить, вот здесь, да. Пофиг, что честновато, им придется как-то ютиться. Это не мои проблемы. Да что? Что такое-то? Почему я не могу двигать мышкой? Нормально, чтобы ничего не нажать. Так, и вот здесь у нас будет... Вот здесь, в принципе, еще загончик можно впихнуть, да? И вот здесь. Хотя лучше вот здесь я сделал загон для зауроподов. Огромный-огромный такой, да? А здесь этих можно поместить. Хищников этих, как их? О, забыл, как их называют-то. Господи. О, тарозавры, во.
Я думаю, по последнему разу их отправим, потом уже будем смотреть, кого отправлять, кого не отправлять. Так, а про Зуров у нас еще, да, еще ген не готов у нас. О, печалька! Кто заболел? Вот чертов струтяй мимо, а? Всех под корень выселю. Так, ладно. Команда рейнджеров. Управлять транспортом. Немного отвлечемся. Мне кажется, или как раз, ну, расцветка машины немного изменилась. Типа сзади желтый стал. Раньше не было. Или я просто давно не играл. По-моему, это пропатчили или что-то такое сделали. Жду, кстати, какой-нибудь новый окрас для джипа. Типа... Сколько можно. Ого! Пошли прочь! Кстати, прикольно, что тут, в отличие от Jurassic Park Operation Genesis, типа, ты не задавишь динозавра. Да иди коньки! О, новый Галимим. Так, мне это не то не надо, мне вот это надо. Новый жизнеспособный ген. Где этот новый жизнеспособный козел? Видали, какой меткий? В кусты прям. Так, этот актив сейчас поправился уже. Нет! Докладываю о промахе. Докладывает она о промахе. Докладывая о попадании. Это было клево. Все. Пошел прочь. Сейчас почитаем про нового динозаврика. Опять велоцираптор. Ты посмотри, уже два раптора у меня тут. Ладно. Новый жизнеспособный ген тем временем. Значит, Галимим. Рост почти 2 метра. 1,9 м. Вес 400 килограмм. Длина 4,3 метра. Ну, по-моему, Галимим был 1,6 м, да? Ну, типа его делают по фильму. Галимим похож на страуса, динозавр, который по быстроте мог бы сравниться с гепардом. Его название означает «похожий на курицу». Они принадлежали к одному из более крупных видов орнитомимозавров и, скорее всего, охотились на небольших животных, а также употребляли в пищу яйца или даже некоторые растения. Первые окаменелые останки Галимима были обнаружены... Финансам не придраться! Ха, почаще бы так! Были обнаружены в ходе польско-монгольской экспедиции формации Немагет в пустыне Гоби. К настоящему времени найден только один вид этого рода. Некоторые признаки указывают на то, что когда-то на территории формации Немагет были водные каналы, болота и мелководные озера, вокруг которых, скорее всего, формировались разнообразные экосистемы. Думаю, еще надо по разу всех отправить. Потому что еще не готово нифига. Дождик пошел. Так, что в магазин игрушек? Не ходят. В ресторан? Не ходят. Вы че, блин? Оборзели? С одной стороны, я их понимаю, типа, динозавров нет, не хочу ничего покупать. Гостей нет, у меня, вы видите, гости 1500, я должен удерживать 4 минуты. У меня нет столько гостей в парке. Так что придется ждать, когда... Ну, при этом у меня уже 2 ляма денег я заработал уже. Значит, буду ездить по городам России, да, и рассказывать, как построить, ну, как организовать свой бизнес. Вот видите, у меня уже 2 миллиона. Так,
Центеозавр тем временем 82%. Галимим пока только 56%. Майозавр 78%. И здесь еще майозавр, да? То есть майозавр уже за 80% сейчас перевалит. Центеозавр уже перевалил. Сейчас 84%, наверное, будет, да? Не туда. Так, скоро уже ребятки приедут, как раз место освободится. Так, ну Галимим будет 58%, да? Ну это мало. Майозавр 82 будет. Нет, 81, наверное, дай бог. Ну, майозавра все равно не хватит. Майозавра точно отправлю. Что там насчет центеозавра? 83. Ага, здесь одна, здесь три, да? Тут везде майозавр. Не, значит, за Галимимусом точно надо отправить. Пара за уролов у нас еще что? Вообще его мало. Блин, еще пара за уролов. Куда мне всех пихать? Походу, я буду на другой остров их всех засовывать, иначе это, блин, тут они все не влезут. Я слышал, что брахиозавр очень придирчив в плане тех, кто рядом с ним находится в загоне. То есть много не поместишь, блин. Типа, я могу гадрозавров к нему закинуть или тарозавров, да? Но, типа, все равно все динозавры, которые у меня доступны, они здесь не влезут. Придется их куда-то вместить. Я вот думаю... подумать вообще, у кого наибольший рейтинг, и разместить их здесь, чтобы, да, 5 звезд набрать. А других динозавров, чтобы вам показать, их на другой остров перекинуть. Значит, майозавр у нас будет примерно 87% примерно. Центеозавр будет где-то, ну, ближе к 90%, но это все равно еще маловато. Восемьдесят четыре, да, всего. А я-то думал, как я буду развиваться на этом острове. Сейчас денег хоть попа ешь. Опять мало не хватит, наверное. Майозавр 88, да? Нужен будет еще один. Так, это у нас паразаурулов. Это у нас центеозавр, центеозавр. Он, в принципе, может уже быть готов. Можно за ним уже, наверное, не посылать. Вот 84, да? Хотя не, я думаю, надо еще послать. Ладно, еще по одному. Уж извините, что так долго, как видите, я отправляю по три команды за раз. Так что уж извините, что так долго выходит, да. Ну, я, наверное, обрежу вам видосик.
А может и нет. Типа, не знаю, кому-то интересно вот смотреть, что я добываю. Если нет, я могу это вообще просто обрезать и показать вам, как я уже создал динозавров. Если вам интересно, то типа вот смотрите, собственно говоря, да, циферки тут. Так, цинтозавр. 91%, да, наверное, будет. Да, 91%. И сейчас еще 92%. Галимим. Я не знаю, сколько даст ему этот янтарь. Процентов, может, 10. 73, допустим, будет. Прозоров, понятно, все, долго еще. Значит, цинтозавр, да? Подожди, он же 91. А, это майозавр 91. Ну, все равно неплохо, что. Значит, цинтозавр здесь будет как раз 91 тоже. 92, да. Но он еще нужен. Сейчас они уже, блин, привезут окаменелость и пихать некуда. Ладно, продам одного раптора, чтобы они все влезли. Так, подожди, я какие-нибудь контракты выполнил? Нет, конечно. Ну, пока хотя бы саботажи мне не устраивают. Так, ну цинтозавр, наверное, уже сделается. В чем я не уверен, конечно. Так, майозавр 92, будет 93. Здесь 96 примерно, да? А, это прозуролов. Вот, прозуролов 50 у нас. Почитаем про нового динозавра. Не, ну у него озвучка клёвая вообще без слов просто. Высота 3 метра, вес 2,5 тонны, длина 9,8 метра. В мире юрского периода паразуролов узнают по гребенчатому черепу. Его название означает «похоже на ящера с гребнем». Они способны передвигаться как на двух, так и на четырех ногах. Первые идентифицированные останки паразуролов найдены вблизи Сент-Крик по реке Ред-Дир, провинция Альберта, Канада. Последующие находки были сделаны в формации Фрутланд, штат Нью-Мексико в Северной Америке, и формации Кайпоровиц, штат Юта. Разные виды рода паразуролов можно найти почти по всей Северной Америке. Раньше на территории Атланты речные поймы переходили в топи, а климат был теплее, чем в наши дни. Хвойные деревья формировали общий древесный полог с нижним ярусом папоротников, в том числе древовидных и покрытых семенных растений. На территории Нью-Мексико среда была преимущественно болотистой, топи располагались в низинах. Места раскопок в штате Юта граничат с территорией Западного внутреннего моря, когда-то надвое разделявшего будущую Северную Америку. В регионе преобладал влажный климат, и земля была покрыта торфяными болотами, прудами и озерами на территории древней поймы. Так, цинтозавр сейчас 96 будет, да? Все равно надо. Насчет майозавра не знаю, тоже думаю надо. Вот сейчас точно вот уже по последнему разу. Ну вот за цинтозавром и майозавром точно по последнему разу, типа. А вот уже за паразуролофом и галимимом это уже другой вопрос. Так, давайте пока позыркаем рейтинг. У нас же открылись все динозаврики. Вывести динозавра, значит... Цинтозавр рейтинг 33. Майозавр рейтинг 30. Ага. Галимим рейтинг 10. Паразуролов 25. 10. То есть хочешь сказать, что у Струтиамима рейтинг 12, и Галимим такой же рейтинг имеет? Слабо. Очень слабо.
Да, динозавриков тут много. Надо будет подумать, может, галимимов пока тут и не создавать. Ну, хотя для вас нужно показать, но я просто могу их на другом острове сделать, где вот эти стратиомимы, там их поместить вместо них. Типа, нафиг, нафиг они здесь нужны, у них рейтинг минимальный просто. Для разнообразия только если. У них еще там куча окрасов, типа, каждого создавать. Блин, не знаю. Вот центозавр сейчас точно создадим. И майозавра тоже. Видос опять длинный получился, но прошу прощения. Я тут быстрее ускорить это все не могу. Так, отлично. Сейчас все приплывет к нам. Так, центозавр. Извлекаем. Центозавр. Извлекаем. Иридий, продаем. Майозавр, извлекаем. Майозавр, извлекаем. Родий, продаем. Галимимус, извлекаем. И паразорелов, извлекаем. И теперь ждем результатов. У нас здесь 98 будет, и здесь будет сотка. Здесь, значит, 97 и, скорее всего, 99, да? Ну, думаю, они накинут процент, в чем я не уверен, конечно. Ну, центозавра так точно. Так, ну ладно, давайте тогда продавать. Нет, давайте усыплять. Да, вот я что хотел сказать. Вертолет оса. Добавить задачу. Значит, задачку я тебе добавлю. Обезвредить. Нет, этих. У них хороший рейтинг. Струтяем им раз. Это кто? Струтиамим 2. Каритозавр 1. Так, я сейчас посмотрю быстренько. Да, у него хороший рейтинг, его не надо убирать. Вот и каритозавров, у них слабый рейтинг, по-моему, да? 37, гораздо меньше, поэтому их я всех уберу. Так, центозавр. Модифицировать геном. Рейтинг пока только 33. Три окраса у нас присутствуют. Здравствуйте. Значит, троих мы создаем. Значит, стойкость плюс 17, да? Рейтинг плюс 15, здесь плюс 6. Плюс 14, минус 11, плюс 12. Здесь плюс 28% рейтинг. Но живучесть очень сильно падает сразу. Не знаю, мне вот эта хрень нравится. Типа, рейтинг маленький, но стойкость высокая. Мне же главное, чтобы они к вирусам были, это. Так, здесь продолжительность жизни 17, рейтинга никакого. Здесь продолжительность жизни 14, рейтинг 9 уже дается. Здесь продолжительность жизни 15, рейтинг тоже 9. Тоже 11, да? Минус 11 же, да? Вот это жесткий, конечно, так, минус 11. Так, ну давайте используем. Просто думаю, есть ли смысл вот это вот сейчас творить? 84, 79, да? Не, я думаю, смысла нет. Вот это изменил и хватит. Ну, для начала. Значит, вывести. Забрать актив. Подбираю актив. Выдвигаюсь на сбор актива.
Что с окаменелостями, я не понял. Майозавр 100%, мы можем и майозавра уже создавать, да? Это хорошо. Значит, тут сюда нужна экспедиция. Здесь тоже все нормально. Сразу тогда давайте отправим... О, вот сюда еще можно. Тарозавр. Мне нужен где отдельно тарозавр. Сейчас людишки, конечно, негодуют, да? Рейтинг вот упал. Ну сейчас мы создадим их всех. Они офигеют просто вообще. Скажут, вау, это кто такой красивый? Давай-давай-давай, это будет хорошее завершение серии. Три центаозавра. Центаозавра. 37 рейтинг у него, да? У этого 43, у этого тоже 43. А, ну да, этот с базовой шкурой. Звучит забавно, конечно, да. Выпускаем. Из Китая. Красавец. Я тут скриншотики делаю, вы уж не обижайтесь. А почему меня не перенаправили к нему, я не понял. О, этот красненький. Клёвые, блин, они классные. Общаются, да? Вы там довольны, нет? Общительность у вас маленькая. В смысле? Так, ну давайте сразу этих делать тогда, майозавров. А то эти начнут беситься сейчас, у меня тоже трое, да? Ага, рейтинг 6. Так, а у меня что, в загоне-то нет никого? Есть, вот они.
А чего вы недовольны-то, блин, общительность маленькая? Одиночество? Одиночество? У этого тоже одиночество. Ладно. Ну, сейчас эти создадутся, я думаю, они дотерпят. Ну, в этом видео, пожалуй, все. Всем спасибо, что смотрели. Я снова вернулся, да. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, канал обязательно, ссылка будет в описании. Значит, с вами был Дарт, и да пребудет с вами темная сторона силы. Yeah.